Как раз делают печку, можете там заснять. А где это? Внутри. Мир вам. Мир вам. О, ну давайте, еще получится. Доехали мы, потом поговорим. Слава Христу. Так это что, такой котел огромный. Да теперь совсем нету обогревателя. Труба шаш. Вообще. Это не ваш дым там идет? Нет еще. Нету, сейчас посмотрим. Асфальт заложили. Вон как укладывают улицы все. С той стороны, с этой работает. А это, видать, наши кирпичи. А где Андрей? Слушай, мороженое. Мороженое. А, вот он где. Вот, вытаскивает. Все. Сейчас погрузим тебе сразу мешки какие. Так, ты куда собралась? Переезжай. Что-то заносить можно? Да, можно. Так, Андрюша, заложи как можно дальше, а отдашь Игорю. Барбашу? Да. Заложи подальше, это серьезные деньги. Чтобы не по... Держите. Это я все средства туда направляю. Выручить брата из плена надо. Володя, куда этих кошек двоих делать, больших-то? Туда спустим. Ну давай. Ладно, туда. Ясно, пока нельзя, спускать будем. Ну что, бедно живем? Ты посмотрел, что мы там, что нынче наделали на прудах. Если только получится, то будет у нас, на где было полметра, 2,5 метра теперь. И запустили туда 1300 карасей. И когда решили проверить, сеть поставили. Ну, пока вторую сеть ставили, я говорю, давай первую проверим, уже 100 штук. Да все жирные, да вкусные. Сами все сделали. Три раза, наверное, или четыре нанимали бульдозер нынче. 71 тысячу отдал. Но стоит того. Я знал, что тебе поручение любое дадим, выполнит. Хорошо, что тут. Мы заехали к этой, отдали. Знакомые, не надо уже заезжать. Так, морковка нужна? Нет. А картошка? Ну, пока нет. Ну, имей в виду. Ладно. Вот живут богачи. Да. Что значит? Левоугодники, Володя. А говорит. То, главное, общины нет. А общины никого бы не было нигде. Ну, враги, которые против, они. А у него община – это свой огород. Как что случится, так и ничего и нету. Это туда несем, да? Это туда? Туда, туда унести. Там где вот это мое. На поставить сверху. Все? Сейчас грузить начнут. Володя, сейчас дверей только убери и сразу грузить туда, а потом разнесете. Что грузить-то? Не грузить то, что я дам, там завезут. Давай. Так, вот это вот что убрать отсюда, я не знаю, что это такое. Макароны. Макароны? Да. Ну, это нам мало тут нужно. Заберем. Так, что грузить-то будем? Давай сразу вот это, посмотри, одинаково все. Две хотя бы загрузи туда. Андрюша, мышки вдвоем таскайте. А? Вот от этого места разгрузи дальше туда. О, чашка. Смотри, сейчас рухнет. Ну, можно туда три убрать. Нам там нужны будут.
3, теперь эту муку. Крупа, горох нужно? Нет. Трупа, помогите сейчас загрузить надо. Горох там есть. Ну, тут у нас есть, что? Муки надо туда. Давай. Все, нести? Давай. Мы там все это очистили, теперь заново загрузить надо. Только нигде за гвозди не засыпитесь. Так, поставить, чтобы не... И сразу на эту. Ты знаешь, где у нас это? Сейчас он палатку постелит. Где у нас? На Лабаз. Да, на Лабаз туда. Ребята подойдут там. Носите туда, потом Володя подойдет вдвоем, один не опускай. Нет, я... Так, тебе картошка нужна? Я помаленьку буду брать отсюда. Ну ладно. У меня, потому что морковка-то есть? Будет. Морковка есть? Морковка есть пока. Так, я спрошу сейчас ребят. Там-то швеллер стоит, да? Так, я обоих спрошу. Так, слушай, картошка есть? То можешь у нас брать. И морковка. Хорошо. Ну все. Так, разгрузить надо. Что это, крупа? Горох возьми туда, Володя. Отвези. У нас еще есть. Пока машина свободна, надо увезти. Сколько муки взяли туда? Один. Один. Надо посмотреть, что тут есть. А что это вот такое? Ну-ка посмотри, что это тут закрыто? Поднять надо. Нам увезти надо. Масло надо. А? Ну-ка посмотри. Скорее всего масло. Масло. Ящика 4 туда кинь. Так у нас же там полно. А даст, который новый. Так, теперь вот это что в мешке нащупать надо? Вот это вот. Сахар. Тащи туда. О, давай. Вот. Надо все абсолютно разбазарить. А вон там не освободить, а то мы там пройти не можем. Будет тут сахар-то есть? Нет? Да вот надо бы. Тут что, масло? Да, увидите. Надо сказать там, что вы ребята взяли. Так, вы не мне это не трогайте, оно масляное, вы запачкаетесь. Ну, это смотри. Все масло. Там мешка 3 сахара есть у нас на Лабазе. Так что не знаю, этот вы зря. Ну, не знаю. Один взяли, у нас еще тут есть. Тут-то мы его мало используем. Так, что это? Узнай. Ну, это горох. Нету тут как раз сахара-то? Нету. Сахара. А вот это что здесь? Где? Вот это. Это масло стоит. И там масло. Забито маслом масло все. Масло все забито. Так. Нет, я говорю, сахара-то нету больше. Последний мешок отдали. Ну, а он, зачем нам сахар-то здесь? Ну, как зачем? Вот, еще компоты варите и так далее. Ну, есть же сахар еще. Где? Ну, вот здесь, посмотри. Сейчас нам достаточно этого. Что, сахар нет? Сейчас, подождите. Да, сахар. Все. Сахар. Нам лишнее надо убрать отсюда. Все, закрываюсь.